конце октября словачане сделали свой выбор. Новый депутатский корпус состоит традиционно из 26 депутатов. 8 остались из предыдущего созыва, 18 – новые лица. На прошлой неделе депутаты распределились по комиссиям, и теперь наступило депутатское время. Так называлась программа, выпущенная нашей телекомпанией еще в 2015 году, в которой мы рассказывали о депутатах нового созыва. С января 2021 года по средам, четвергам и пятницам в 19:30 смотрите на нашем канале программу, но теперь уже с новым названием «Знайомтесь с депутатами Міської ради», в которой мы тоже будем вас знакомить с депутатами городского совета. Конечно, все программы мы будем выкладывать в Facebook, и в комментариях к этим программам вы можете задавать свои вопросы к депутатам городского совета.